Да, есть чувство юмора, а может быть по-другому. Вы, может, устали, но вам опять придется слушать про закон. Ну, так получилось. Да, особо никто не договаривался, так вышло. Я помню, когда-то Юрий Владимирович рассказывал нам историю, когда ему нужно было написать какую-то письменную работу курсовую. А он в то время был служителем, рукоположенным, пастырем, но еще был на службе в армии. И ему попалась именно эта тема. Написать об отношении верующих людей. Он ее не выбирал, так Бог сделал. И поэтому, ну, может кто-то скрыт, конечно, не чувство юмора, но знаете, в Библии написано, что Бог тогда говорит однажды, дважды. Возможно, это ну, важно. Бог хочет, чтобы нам ну, был ясен этот вопрос по поводу закона. Я хочу спросить вас, братья и сестры, вы думали когда-нибудь над таким выражением «Новый завет Господа нашего Иисуса Христа»? Что это значит для вас? Новый завет Господа нашего Иисуса Христа. Мы знаем, что есть Новый завет, мы знаем, что есть Ветхий завет. И вот Слово Божье, оно учит нас о том, что были вот два разных завета. И сегодня мы уже достаточно выслушали о Божьем законе, о том завете, который был с евреями, который Бог поставил однажды. И вот есть и Новый завет. Мы раздаем синенькие Евангелия, они так и называются тоже. Новый завет Господа нашего Иисуса Христа. Но тут ничего сложного. Само слово «новый» оно подразумевает что-то новое. Завет также, я думаю, слово понятное для вас. Это какое-то завещание, обетование, или же какие-то условия, или же письменное соглашение, в данном случае, которое Бог делает с человеком. Так вот, я об этом хотел бы сегодня поговорить. О Новом Завете Господа нашего Иисуса Христа и чем он отличается от того завета, который был раньше, который назван Ветхим Заветом. И я думаю, тоже вы все слышали, мы часто вспоминаем об этом, особенно на праздник Пятидесятницы. Это день рождения Церкви, это тот день, когда Церковь родилась как Церковь. Это тот день, который описан в книге Деяний святых апостолов, в первых главах, когда Дух Святой сошел на людей впервые и таким образом сошел. И родилась Церковь, и мы называем это еще новой эрой, эрой Духа Святого, эрой Церкви, когда Церковь здесь, на этой земле, когда по-особенному Бог имеет отношения с человеком, такие отношения, которых раньше никогда не было. Вот что мы под этим подразумеваем, когда говорим новая эра, эра Духа Святого, эра Церкви. Это удивительное время, и об этом времени мы много раз читаем. Например, в Евангелии от Луки, 10 глава, 23-24 стих. Написано, и обратившись к ученикам, сказал им особо, «Блаженны очи видящие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали». Вот таким образом Иисус Христос когда-то объяснял это новое время своим ученикам. Он говорит о том, что когда-то было такое время, в котором Бог только обещал, что придет это время новых отношений с Богом. Когда Бог только обещал и говорил, вот скоро наступит, скоро настанет. Здесь мы вот прочитали о том, что эти обещания сбываются напрямую явно. Иисус Христос, настало время говорить уже. Блаженны вы, которые сейчас передо мной, которые слышите и видите то, что происходит. Блаженны мы, братья и сестры, что мы родились в это благословенное время, время эры Духа Святого, благодати Божьей, когда нас не придавливает закон и нам не нужно отвечать по делам нашим. Написано, верующий на суд не приходит.
но перешел от смерти в жизнь. Слава нашему Господу, что Бог здесь, на этой земле, дал нам такую благодать. В первом послании Петра, 1 глава, 12 стих, написано так. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествование Духом Святым, посланным с небес, во что желает проникнуть и ангелы. Это удивительная весть, которая закрыта даже ангелам, но открыта нам. В чем суть этой тайны? Разные богословы по-разному считают, но вот, скорее всего, речь идет о том, что ангелам, как духовным существам, не до конца понятно, почему тем ангелам, которые однажды согрешили, Бог больше не дает возможности исправить свои ошибки, а нам, несовершенным плотским людям, творением, казалось бы, на один уровень ниже ангелов духовных, Бог дает второй шанс. А именно об этом времени мы и говорим, когда говорим Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Это Духа Святого. Это благодать. Утверждение Нового Завета о том, что должно пройти это время, например, Евангелие, вернее, послание к евреям, 8 глава, 7 стиха, написано так. Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Вы знаете, братья и сестры, это такое высказывание вызывающее. Казалось бы, в чем недостаток? Недостаток в 10 заповедях Божьих. В чем недостаток? Недостаток в том, что не было условия такого. Мы на наших группах, которые происходят у брата Анатолия Дмитриевича, проходим изучение именно этой книги «Послание к евреям». И мы, изучая ее, для себя выяснили, что вот это единственная книга, которая более всего говорит об этой перемене Завета. И неудивительно. По самому названию этой книги мы можем сделать такой вывод. Обращение автора к еврейской аудитории. «Послание к евреям». Им нужно было так много объяснять именно об этом. Им трудно было оставить Ветхий Завет. Служение закону Моисея, 10 заповедям. Хотя в послании к Галатам апостол Павел очень ясно объясняет этот момент. Он говорит о том, что обетование Аврааму было дано раньше на 430 лет. И только потом, по причине непослушания, пришел закон, который не отменяет прежде данного обетования об Иисусе Христе и о спасении верой. Оно по-прежнему действовало, но закон нужен был для того, чтобы поставить всех людей в непослушание. Я думал над этим. Наверное, большое благословение понимать, что закон исполнить нельзя. Ведь юноша этого не понимал. Он сказал, я исполняю все. Все исполняю с детства. Я все исполняю. И многие до сих пор так думают. И евреи, и только евреи. Они думают, что они не делают ничего такого, за что Бог, святой и праведный, обязан будет наказать меня. Множество. Когда такие люди приходят к Иисусу Христу, они говорят о том, что я был благочестивым грешником. Они признают и видят, насколько глубоко они заблуждались. Вот суть перемены. Суть перемены в том, что спасение мы получаем верой. Верою в то, что не исполняя закон, мы будем спасены. А верою в то, что святой и праведный Бог, видя наши немощи, видя нашу несостоятельность, посылает в этот мир Сына Своего, Иисуса Христа, который приносит Новый Завет, о котором мы говорим, Новый Завет Господа нашего, Иисуса Христа.
о котором в послании к евреям написано, что Он прошел небеса, Он единственный, кто может сострадать нам. Он единственный, кто может сносить немощи наши. Он единственный, кто может принимать нас такими, какие мы есть. Мы не можем это делать по отношению друг к другу. Тем более по отношению к каким-то другим вещам, особенно к Богу, мы не способны многое воспринимать. Бог в Ветхом Завете представлен как святой, праведный Бог, который требует святости безоговорочно. Мы сегодня уже слышали об этом. Эта святость должна была проявляться в его творении, и поэтому был поставлен закон, который является детоводителем ко Христу, который должен был указывать на то, что человек несостоятельный. И вот из Нового Завета, кстати, почему была такая трудность для евреев увидеть то, что они не могут исполнять закон? Только когда Бог посещал человека, только когда Бог Духом Святым сходил на него, то с ним могло произойти точно такое же, как произошло с пророком Исаией. Когда он попал во святилище и сказал: «Бедный я человек, и уста мои нечисты, и живу я снаружи нечисты. Я недостоин, чтобы здесь быть, в твоем присутствии». Только в таких ситуациях это было открыто. Да потому что Новый Завет, и только Новый Завет, Писание Нового Завета, которое появилось намного позже, объясняет, что закон исполнить невозможно. Законом никто не спасается. До этого было другое учение. Закон нужно исполнять. Итак, вот несколько различий, которые, возможно, помогут нам для того, чтобы наше мировоззрение христианское было правильным. Несколько различий, которые, может быть, помогут нам или должны помочь нам лучше ценить этот Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. И вот первое, это то, что произошло, перемена священства. Мы читаем об этом в послании к евреям, 7 глава с 11 стиха. Написано: «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться?» И здесь мы явно видим, что произошло это смена или перемена священства. Мы, рассуждая над этим, пришли к такому выводу. В чем разница между священством Аарона и священством Мелхиседека? Мы знаем, что это два библейских персонажа, о которых написано в Священном Писании. Но вот незадача. Один – это очень известный Аарон, о котором много написано. Это человек, которому Бог возложил такую ответственность быть священником в народе своем и совершать массу различных священнодействий, в том числе и молитвы, и жертвоприношения за грешный народ и за свои личные грехи. А о втором Мелхиседеке нам очень мало известно. Но то, что известно, оно приоткрывает нам завесу вечности. Возможно, и скорее всего, Бог посчитал, что этого достаточно. Мы встречаем впервые этого человека в Ветхом Завете. Помните, когда Авраам погнался за неприятелями, которые увели в плен жен и Лота, племянника. Догнал, отобрал, и когда возвращался, написано, он встретил этого священника Бога Всевышнего. В лице этого человека воплотилось сразу несколько регалий. Он был и царем, и священником одновременно, и пророком. Когда мы читаем Новый Завет, это все, что мы знаем о нем из Ветхого Завета. Ну и еще то, что впервые встречается в этой истории десятина. Написано, что из всей добычи, которую Авраам приобрел, отобрал своего племянника и жен, он
Первый раз дал десятую часть. Десятую часть, то есть десятину этому священнику. И уже Новый Завет немножко больше говорит о нем, об этом Мелхиседеке, царе Салима. Он говорит о том, что этот человек не имел ни начала дней, ни конца дней. Что это значит? Нам до конца неизвестно, и нам нужно признать это. Есть много вещей в Священном Писании, которые до конца нам не открыты. Но в этом, скорее всего, есть некий прообраз на Господа нашего Иисуса Христа. Именно поэтому Он и только Он назван священником по чину Мелхиседека. Именно в Его лице воплотилось сразу несколько вот таких вот регалий. Он царь наш. Он пророк, он священник, он первосвященник. В перемене священства мы можем увидеть и превосходство нашего Господа Иисуса Христа. Написано, главное же в том, 8 глава с 1 стиха, послание к евреям, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Огромнейшее превосходство священника по чину Мелхиседека над тем священством, которое было в Ветхом Завете. Какая польза для нас в этом, братья и сестры? Да, священники из людей могли сострадать людям. Мы уже говорили об этом. Так как сострадать, как это делал Иисус Христос, не мог никто. Он знает каждую нашу нужду. Иисус Христос вникает в каждую нашу беду, во все наши неудачи. Ему известно это. Написано именно о нем, что он претерпел все, дабы сострадать нам немощих наших. Это главное отличие. В этом главное приобретение для нас с вами, братья и сестры. Знайте, что никто никогда не сможет вас принять такими, какие вы есть. Как только наш Господь Иисус Христос. Никто из священников людей никогда не мог этого сделать. Именно для этого нужно было Христу прийти в этот мир. Чтобы принять вас и меня. Чтобы спасти и оправдать нас перед Богом. Второе отличие, которое мы можем видеть из Священного Писания между двумя заветами, это перемена закона. Опять-таки, уже очень много сказано, и все оно перекликается. В послании к евреям, 7 глава, мы уже читали об этом, написано в 12 стихе. Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. С переменой священства необходимо быть перемене и закона. Нам нужно правильно понимать это. Изменился ли закон Божий относительно 10 заповедей? Стали они меньше требовать от людей? Перестали ли они быть актуальными для нас? Если даже они не актуальны для нас, то перестали ли они действовать в духовном мире, сотворенном Богом? И не будет ли Бог потом судить человека за нарушение этих 10 заповедей? Это все вопросы, на которые ответ подразумевается. Конечно же нет. Тогда о чем говорит послание к евреям? О чем говорит автор? Что он хотел сказать, что с переменой священства должно было прийти и перемена закона? Может быть, нам поможет это увидеть, когда мы посмотрим, как назван этот новый закон в Новом Завете. В послании Иакова, Иаков называет этот закон «закон царский». И там речь идет о том, что нам нужно подражать Иисусу Христу, нашему царю, который снизошел к нам и принял нас такими, какие мы есть. Исполняя этот закон царский по Писанию, мы будем живы им. Этот закон назван еще законом свободы. Бог освобождает нас. Еще этот новый завет или закон, перемена закона,
в послании Иоанна написано, что это заповеди Иисуса Христа. Если мы их исполняем, Иисус Христос свел на минимум исполнение законов в самой сути их. Он убрал все лишнее. Всю эту церемониальность Ветхого Завета и его вот этих священнодействий. Подумать только, сколько разных всяких правил и наставлений. Мертвому дотронулся 7 дней, заточали тебя, нужно освящать. Что-то еще, и там уже было правило на правило, и эти священники, левиты, пророки, они выдумывали постоянно новые и новые комментарии. Комментарии на комментарии к закону Божьему. Так назван закон Иисуса Христа, закон царский, закон свободы, заповеди Иисуса Христа. Он свел их к минимуму. Он сказал, что то, что внешне, оно не совсем приближает нас к Богу. Главное, внутреннее. Он свел 10 заповедей даже в 2 основных. Он сказал, что в этих двух вся суть закона. Вникните в них. Кто помнит эти 2 заповеди? Возлюбить Бога. Исполняя это. Человек будет жив. 2 заповеди. Ничего больше не нужно. Ни субботу, ни пожелай, ни убей. Конечно же, кто будет думать об убийстве, если я люблю ближнего своего? Наш Иисус Христос, Он свел все к самой сути. Он сказал, что вот этого достаточно. Не нужно всех этих церемоний. Неважно, как идет ход вашего служения. Сначала молитва, потом проповедь, потом пение. Это все в нашей власти. Как мы сделаем, как нам нравится. Лишь бы то, что происходит здесь, оно прославляло Господа. Неважно форма, важна суть. Вот в чем суть перемены закона. Перемена закона Иисуса Христа, она сводится к тому, что не исполнение закона, как мы уже сегодня слышали в проповеди пастора, но вера в жертву нашего Господа Иисуса Христа, она приводит нас к совершенству. Не исполнение церемониальных законов, они приближают нас к Богу. Но вера в нашего Господа, она приводит нас к тому, что мы собираемся вместе, и мы что-то делаем, мы поклоняемся. Мы проповедуем, мы поем, мы рассказываем стихотворение, мы молимся, братья и сестры. И нет уже таких жестких правил, как это нужно сделать. Третье различие, которое мы можем увидеть из Священного Писания, которое помогает по-новому, возможно, взглянуть нам на Новый Завет нашего Господа Иисуса Христа. Я думаю, вы знали об этом. Это перемена отношений. Пророки много говорили об этом, особенно пророк Иеремия. Он говорит, что приходит то время, особенное время, когда Бог будет по-особенному с людьми. Перемена отношений. Мы, изучая это послание к евреям, закончили 6 главу. Очень серьезная глава, есть много сложных здесь таких мест. Ну вот чем она заканчивается. 17 стиха 6 главы. Поэтому и Бог, желая преимущественно показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил посредство клятв, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. И немножко выше он проводит параллель, автор, говоря о клятве, которую Бог дал Аврааму. Он поклялся самим собой о том, что вот тебе завет мой, вот обетование.
И теперь это обетование, оно переходит на нас, верующих в Иисуса Христа. Та клятва, которую Бог клялся Аврааму, он клянется и нам, братья и сестры. О тех близких взаимоотношениях, которых раньше никогда не было, которые чувствовал только священник один раз в году, то здесь написано, Иисус Христос вошел во святое святых, которое на небесах. И то земное, которое было здесь, было только лишь образом небесным. И теперь мы через него имеем эту постоянную связь, которую имел первосвященник. Один раз в год. Божий присутствие. Бог поклялся, вы будете иметь эту связь. Перемена отношений. Это очень важно, братья и сестры. Понимать, что Бог каждую минуту нашей жизни, каждое мгновение, каждую секундочку, когда мы спим, когда мы бодрствуем, Он знает. Он никуда не девается. Иногда мы можем перестать чувствовать это. Иногда нам может показаться, что Бог оставил нас. Он лишил нас своего руководства. Это не так. На основании Нового Завета мы знаем, что Бог всегда пребывает с нами. И здесь, как мы прочитали в конце 6 главы, что это есть надежда для нас и утешение для тех, кто предлежал взяться за эту надежду. Оно как бы якорь, которое входит туда, во внутреннейшее, за завесу, которая имеет связь с небесным. Бог поклялся. Самое важное, если Бог поклялся, что эта связь никогда не перестанет, я думаю, Богу можно верить. Бог поклялся Аврааму, Бог клянется нам. Перемена отношений – это еще одно отличие. И последнее – это перемена обетований. И кое-что мы уже сказали, но... Вот нужно еще подметить один момент, что Божье присутствие, просто уточнить, оно обещано Богом с клятвою нам, постоянное, непрерывное общение с Богом, в любое время, в любом месте мы можем делать это, иметь непосредственную связь с нашим Богом через Иисуса Христа, который во святое святых на небесах ходатайствует за нас. Божье присутствие происходит по благодати. Не на основании исполнения закона, как мы уже сказали. Как это можно проиллюстрировать? Есть такое ложное понимание, братья и сестры, того, как Бог находит людей. Оно заключается в следующем. Люди, которые руководствуются этим пониманием, как нам кажется, ложным, они говорят следующее, что Бог, как всемогущий, всевездущий, всезнающий, Он наперед знал, что есть люди, которые будут послушны Ему. Есть люди, которые будут поступать хорошо и будут искать Бога в своей жизни. И этим людям я откроюсь. То Слово Божье учит нас не так. Оно говорит нам, что по благодати. Когда ни один из них не сделал ни плохого, ни хорошего. Чтобы изволение Божье в избрании происходило. Когда мы читаем послание к Иеремии, «Любовью вечную я возлюбил тебя, потому простер тебе благоволение». Когда Бог обращается к Израилю, нам приоткрывается причина и мотив того, что Бог избрал вас. Не потому, что вы были многочисленны. Не потому, что вы были не такие грешные, как кто-то. Не убили, не убрали. А потому, что возлюбил вас. Без всякой причины. Просто взял, полюбил и открылся вам. Дал вам свое спасение. Вот что значит поблагодать. Вот что значит дело, чтобы никто не хвалился. Вот что значит просто по изволению Божьему. Прежде создания мира Бог увидел вас. И захотел, чтобы вы были его. Это огромнейшее приобретение и радость для нас. Это благодать, это новый завет Господа нашего Иисуса Христа. Перемена обетования, вот еще одно обетование, которое записано в Колоссянам, 1 глава с 24 стиха.
Павел пишет: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовой за тело Его, которое есть церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренным мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которые есть Христос в вас, упование славы». Вот еще один момент вот этой перемены обетования, это то, что мы имеем прославленное положение перед Богом. Много-много мест Священного Писания, которые говорят нам о том, что мы, достигшие этого времени, о том, пророчествовали пророки, предвозвещали, что оно настанет. Мы, участники и прямые наследники этих обетований, имеем прославленное положение. В послании к Ефесянам написано, что Бог прежде создания мира, Он простил наши грехи, Он посадил нас на небесах. Такое практическое применение это имеет для нас, братья и сестры. Сложить руки, прилечь на диван, может быть, зачем? Все окей, я на небесах. Это вселяет в нашу душу, в наше сердце еще и еще раз мысли о том, насколько Бог благ и милощен лично ко мне. Сколько Он возлюбил меня, насколько Он дальше продолжает делать это каждый день. Каждый день я могу увидеть своими состояниями. Каждый день я могу увидеть, как я нарушаю Божий закон. И написано, Бог дал мне это прославленное положение перед ними. Он видит меня святым через Иисуса Христа. Итак, вот такие четыре отличия. Это перемена священства, перемена закона, перемена отношений, что самое главное и ценное для нас, братья и сестры. И перемена Божьих обетований, они отличаются от тех, которые были в Ветхом Завете. Пусть Бог благословит нас, любить нашего Господа, поклоняться Ему в духе и истине, зная, что мы спасены по благодати и милости Его. Аминь.